Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть за Binding of Isaac Rebirth. Я решил поиграть, попробовать на харде. И попробуем это сделать за Азазеля. А конкретно что пройти там, как пойдет погреб? Давайте. Я не хочу бегать в погребе. Вот, окей, как-то так лучше всяко. Но... тыква. Тыква. Нет. Не хочу я тыкву, вот честно. Пару черных сердец, это, конечно, круто. Но все же не то, чтобы нужно. Так, босс. Давайте золотую комнату отыщем. Воу-воу-воу-воу-воу. Хва за мной бегать. Заняться вам больше нечем. Так, очень полезная зубастая комната. Проклятие, что я не вижу. Анг, такое себе. Два ключа зато есть. И дингл, да ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Иди прочь. Отлично. Больше слез. О, отлично. Я говорил отлично. Так вот, отлично. Что у нас здесь? Подвал 2. Подвал гораздо лучше, чем погреб. Терпеть не могу погреба теперь. Камень синий вижу. Главное не забыть про него. Видеть-то оно одно. Зубастая. О. Пойдет. Ну, я бы хотел что-нибудь, конечно, более прикольное получить. О, даже загореться не успели. Вообще шикарно. Так, эти бесполезные прыгуны. Самый безобидный враг в игре, по идее. О, помада. Это что, на зло возросло? Больше черных сердец. И шанс на сделку. Но мне на сделку шанс и так... 100% по идее. Все-таки же Азазель. Опа. Маленький призрак. Интересно. Воу. Паучки, ребятушки. Отбросить. Насколько призрак дамажный? Вот в чем вопрос. И стоит ли мне зайти в магазин? Денег не так-то и много. Двойные мухи. Знатное извращение. 13 монет. Но давайте к боссу зайдем. Босс-монстру. О, он еще пугает призрак, типа, да? Или он только пугает, а не дамажит? Нет, вроде...
поддамаживает. Больше зла, дальности, скорострельности. Так, так, так. Пятиконечная звезда в круге, затрясиник сердца. Чё это вообще такое? Так, это Абадон. Плюс к урону, и слезы получат шанс напугать врага. Злой, больше урона. Пугающий выстрел. И у нас куча-куча черных сердец. Что тоже неплохо. Сойдет, идем дальше. Катакомбы. Опа. Ип. Хорошо. Нечаянно подлез. Да блин. Ладно, надо как-то аккуратней совсем быть. О, призрак, кушай. Пугай там все дела. Я тоже пугать умею. Зараза. Так, ладно, выловил. Что у нас в зубастой? Синее. Тролль-бомба. Не синяя тролль-бомба, синее сердце и просто тролль-бомба. Да блин, я еще примерялся, чтобы не попасть. Да вот, вот как у них получается попадать. Да, напугали. Блин, ну в сундуках ничего хорошего в красных как-то не прет. Ой. Да блин. Чё я как не увидел-то? Так, видеть сквозь стены. Пойдем в секретку. За 3 монетки. Такое себе занятие. Скидку взять, в принципе, мы ж в магазин еще попадем. Синее сердце взять. По 2 бомбы. Можно было бы взять, но я уже деньги не хочу тратить. Так, это у нас вообще тупик. А тут я был в зубастой. Где-то еще суперсекретка. Пока не видно. Но, как правило, она где-то ближе к комнате с боссом. О, началось. Не очень удобная у них атака. Особенно для Азазеля. Так, денежка. Секреточка, ну нет бомб. Может, двойные бомбы сходить все-таки взять? А то у нас с бомбами явный напряг. Так, зараза. Не мельтеши.
Давайте к боссу сходим сначала, а там глянем. Гадкая чума. Ты прикалываешься. Оу. Я не ожидал, что ты с этого начнешь. Вот совсем не ожидал. Так, шар. Ну, пойдемте возьмем, наверное. Я не помню, за сам факт того, что мы возьмем, нам бомб не отсыпят. Вот что-то навряд ли. Но все равно нужно. У нас дефицит по бомбам на всех фронтах. Давайте вот эти какашки изничтожим. Ну, я слабо верил, что оттуда что-то бомбообразное. А, вот и бомба. Так, 1+1 бум. Ладно, просто бомбу возьмем, чтобы в секреточку-то зайти. Денег, я думаю, мы уж еще как-то подсоберем. И в любом случае мне на одну вещь хватает. А там уж как пойдет. Бомбы — это ключи. О, сейчас удачу раскачаем. Что бы это значило? Ну, много удачи. Кровавая рвота. У меня и не было сердец красных. Откуда я их вообще выплюнул? Пока что, блин, не особо везет с вещами. Катакомбы, дубль 2. Так, надо бы их... Капец, они как из пулемета. Вот как подобраться? Подобрался. Сундук в сундуке, а в сундуке сундук. Все логично. Красные сердца мило, но бесполезно. И не секрет, так ничего. Ау! Я знал, что ты в меня попадешь. Так, секретка. Один ключ, спасибо, и ключник. Что здесь? Золотой сундук. Блин, в этот аппарат играть? Пожалуй, пока что нет. Мир открыть. Компас само собой. Бомбу. И взорвать. Одного этого не хватает. Одной монеты. О, бомба, привет. Давайте вот так. А вот теперь у нас хватает. На чем мне хватает? Мне хватает вот сюда. И еще бомбу возьмем. По крайней мере, есть компас. Я теперь точно знаю, куда идти, чтобы там отгрести. Да блин, я ж как бог уворачивался. Что за подвох? Так, началось. О,
Ой. Так, призрак, ешь какашку. Это у нас что? Заряженная атака. А у меня, по-твоему, что игра? Что за масло масляное? Так, так, так. Летучая мышь. В ужасе. С такой бы Бэтмен не взял пример. Воу-воу-воу. Так, так, так. Не вздумайте в меня попадать своими дурацкими атаками. О, пауки, привет. Летать умеете, нет? Ну, зря. Призрак, заступись. Давай, призрак. Ты должен беречь своего хозяина. Хозяин боится пауков. Спаси меня. Так, а вон секретка. В которой черное сердце. Черное сердце. Черно, как ночь. Хорошо, ладно. Надо вот тут все-таки проверить. Зубастая моя комната с бесполезными пауками. И одной монеткой за пол черного сердечка. Отличный, блин, размен. Сваливаем отсюда. Пустой. Больше удачи. У меня уже удача, куда деваться от этой удачи. Так. Злой друг. Больше зла. А это нам ничего не нужно. Теперь у меня прям злой-злой выстрел. Дальше. Так, глубины. Неизведаны, по всей видимости. Хорошо. Аккуратно, аккуратно. А мне не обязательно подходить. У меня есть братик. Который делает за меня грязную работу. Так, какой у нас вариант? Не вариант. Куда я иду?
Окей, в тупик я зашел. Да блин, зачем на таран-то брать? Что за глупость-то такая? Ладно, бомбами разжились через таран. О, сколько бомб. Прокладка, серьезно. Будем у вас отвращение вызывать, товарищи призраки. Ну или не будем. Я вас убью за счет черного сердца. Почему же и нет? Так, так, так. Все должны умереть рано или поздно. Лучше рано. Но это, по-моему, все, да? Надо в эту сторону идти. Нет, в смысле, вот в эту. Ну, блин. Что за идиотизм? Что столько ответвления? Я не вижу толком, куда мне идти. О! Можно. Можно вот так бомбу ставить, отлично. Батарейка. Нужна ли ты мне? Допустим. Фиг бы знал так. Пилюлька. Я могу видеть вечно. Ты мне очень нужна. Врата. Так, 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 так. Больше здоровья. Всегда приятно. Бойся, Крэмпус. Голова Крэмпуса гораздо лучше, чем прокладка, определенно. Поэтому, конечно, голова Крэмпуса. О чем речь? Дальше. Так, это фигня поверху. Монеточки могут и пригодиться. Хорошо, а здесь мы уже были, да? Ну все, уходим. Теперь у нас есть такая возможность. Но пока не уверен, что мы куда-то далеко сможем пройти. Совсем не уверен. Совсем-совсем не уверен. Так, магазин. Магазин обманчиво близок был. А золотая комната аж вообще не пойми где. Идем туда. Блин, я не хотел тратить ключ. Богатство из монетки. Давайте больше зла. Аккуратненько. Оп-оп. И всех сняли. Что может быть лучше?
Так, договор с преисподней. Полезная штука всегда. Вдвое больше вещей за прохождение комнаты, если я ничего не путаю. Давайте монетки поищем. Не совсем благородно их в какашках искать. Но мы не гордые. Так, блин. Воу! Подумаешь. Опаньки. Это занятно. Доктор Фетус. Урон у меня приличный. Кидать всегда бомбы. Это может быть прикольно, может быть и нет. Ну, кто? Готовы. Нормально. Так, что у нас? Отлично. И сердечко. По крайней мере, мне близко подходить не надо. Кинул бомбу, я их как бы по тапкам. В этом плане хорошо. Еще бы усилить как-то эти бомбы. Есть у нас какие-то там предметы на это дело. Дамаг-то вроде у меня довольно уже высокий, плюс удача есть. Нам, может быть, даже где-то повезет в чем-то когда-нибудь. Может, даже не в этой игре. Это не очень похоже на везение. Но вот синее сердце вполне. Воу. Ну вот, началось. Я могу себя, конечно, поубивать этими атаками запросто. Могу не поубивать. Все могу этими атаками. Отлично. Топ-топ-топ-топ. Один плюс один навсегда. Так, что это дали мне палец? Ачивку. Так, вот эта штука. Имитатор карт. А, блин, немножко не то, что я хотел бы. Ну ладно, допустим. Так, о, стоять. Что, синих сердец не завезли? Печаль-то какая. Давайте еще вон туда сходим. Мак. Я обойдусь без волшебства, так и быть. Вот.
Как будто бы мне бомб мало. И куча сердец, само собой. Не менее бесполезных. Пойдемте глянем, что там в комнате еще было. Вот ничего полезного. Отлично. Ну, давайте сюда покидаем. А то только достаем преимущественно. Так, сломали. Но смогли сколько тогда запихнуть деньжат. Так, мама. Так. Вот с ней не очень удобно бороться такого рода атаками. Оу! Так, молодец. Получи. Оу. Так, ну хорошо. Более-менее. И пойдем мы к Агнцу попробуем. Ну, что-то мне моя атака не внушает особого этого. Как сказать-то? Уверенность она, короче, мне не внушает никакой. Что я смогу пройти это дело. Секретка, к примеру. Почему нет? В этих гадах ничего не бывает. Что совсем? Пауки бывают. Много пауков. Ладно. Выйдем, зайдем. Да, лучше бы я себе свою атаку оставил. Что-то как-то мне это не очень нравится, атака. Смерть еще, отлично. О, у нас этот улучшился. Лизун. И Гаппи, Гуппи. У меня нет вещей Гуппи особо-то. Ну, возьмем, я фиг знает. Вдруг да появятся какие-нибудь еще вещи. Вероятность, правда, крайне мала. Но тут по аркадка. Могла бы быть. Мы к ней так пройдем. Так, хорошо. Давай поиграем. Так, хавай мух. Блин. Я молодец.
Блин, мне чтоб стрелять из ребеночка, мне надо не кидать бомбы или кидать их нон-стопом. Это проблема. О, защитная мушка. Но у меня же много удачи, ты чё прикалываешься? Достаточно много. Так, это типа все, на чем мне удачи хватило. Так, ну пойдем нам к боссу, это куда-то туда. Так, 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 вылазь, вылазь. Блин. Что-то я далеко не пройду явно. Вот что-то мне подсказывает. Сюда, что ли? Получи. Где долбанный босс? Как к нему пройти? Вверху? Так, мир не будем юзать. Сердца обычные. Черт. Первосвященник, это у нас синий. Еще первосвященник. Ну окей, игра. Фигня игра. Хорошо. Да блинский блин. Сколько можно урон получать? Оно живое. Кто ж, как не оно? Так, ну, во всяком случае, мы уже кого-то там разблокировали, какого-то ребеночка. И это круто. Сатану навряд ли удастся убить этими бомбами. Меня он, по-моему, копытами затопчет нафиг. На этом все закончится. Давайте я мир даже открою, потому что надо бы видеть, куда идти. И зайдем попробуем. Допустим. Автомат.
Будь так добр. Синие сердца, черные сердца. Принимаются разные виды валют. Так, у меня PhD. Да, больше удачи. Она этому автомату абсолютно не нужна, поверьте. Плевать он хотел на мою удачу. Хотя ее у меня много. Денег выиграл. Аллилуйя. Что с того-то? И все, что ли? Не, ну офигенный автомат. Просто the best. И больше скорости. Абсолютно полезные мега вещи. Просто дальше. Нафиг. Нафиг эти приключения. Просто жесть. Кровавая рвота. Так, синий. Из тебя сердца не падают. А должны бы. А, сатана, сатана. Ты скажи, чё тебе надо, чё тебе надо. Да чёрт! Как мне тебя, блин, убивать? Привет! Конечно! И что ты мне предлагаешь, его так убить? Подумаешь. Я молодец. Так, две жизни. Ну блин, ну с половинкой сердечка, я ж... Я ж явно не справлюсь. Зря, блин, эти дурацкие бомбы взял. Я думал, это ракеты, которые сверху падают. А это нифига не ракеты, как выяснилось. Кровавая рвота, которую я не могу взять. Так, пару пауков. Толку, что я тут лажу? Оу, я вышел. Ладно, идем к боссу, я тут как бы особо ничего не сделал. Но если я с половинкой сердечко завалю, конечно, честь мне и хвала, но это маловероятно.
Еще, блин, статуя этого идиота тут. Воу! Ну, почти. Так, у меня жизни вообще не заканчиваются, такое ощущение, что... Так, глядишь, я сейчас так натренируюсь, что и смогу что-то сделать. Так, надо зарядить было голову, ну ладно. Оу! На своей же... А вот. Вот. Хорошо, три синих сердца. Ой. Это не очень хорошая мысль. Так, к этим я уже ходил. Там у них не очень весело. Да твою мать! Отлично! Зашел в комнату с пауками. Чё за подлость? Было же три сердца синих. Это можно пройти с долбанного крэмп этого гада. Ну вы поняли, сатану. А теперь все. Так, я не умру никогда. Так, ладно, тренируем скилл. Так. Такая себе тренировка. Игра ждет, пока я научусь его убивать, и потом только. Да, я не научусь его убивать никогда. Превратите меня уже в мега-гаппи убивучего какого-нибудь. Сколько можно? Да чтоб вас! Я бессмертный или я не понял? Да, блин. Все равно ты меня не убьешь, скотина, иди сюда. О, неужто я умер? Ну, я старался. Как мог просто. Ну-ка, что у нас? Азазелька. А, ну не очень, не очень забег вышел. На самом деле. Ступанул я, зря я поменял свою атаку. Хорошую серу на вот эту бомбу беспонтовую. Блин, ну я думал, что это ракеты. Ну ладно, хард он такой. В любом случае... Всем спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, я же заговариваюсь, если вам понравилось смотреть на эти мучения, и в любом случае увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего, пока-пока.